Усім добрий вечір. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. І сьогодні ми говоримо про землю. Отже, земельна конституція. Саме так називають пакет законів, які відкривають ринок чорнозему. Чи не стане він розпродажем головного активу країни? Земельні схеми сьогодні ми розбираємо з нашими гостями. Поруч зі мною Олександр Качний, народний депутат «Опозиційна платформа за життя». Добрий вечір. Добрий Олександр. Вечір. Олексій Устенко, народний депутат «Слуга народу». Вечір добрий вам. Добрий вечір. Сьогодні цієї пізної години завітали до нас. Отже, говоримо сьогодні про землю, говоримо про міфи або про схеми. Я не знаю, це вже кому як простіше. Ми вас сьогодні запросили сюди з тим, аби ви або розвінчали, або підтвердили, зокрема, те, про що зараз я кажу. Про що мова? Президент України поставив фінальний штрих, так би мовити, так, і публічно, демонстративно на форумі підписав останній земельний закон. Ну, поки що він не останній, але фактично є одним з ключових, так? І запевнив українців в тому, що лише вони, лише громадяни України, зможуть розпоряджатися цією землею на власний розсуд. Давайте зараз згадаємо, як це було, і повернемось для обговорення. Будь ласка. Закон 2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною конституцією. Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці. Ну, ось так це було. Президент демонстративно підписав цей закон. Але поміж тим експерти, аграрії, журналісти, громадські діячі, народні депутати кажуть про те, що є острахи, є ризики, а є легенди і міфи. Так, от давайте з цим будемо зараз розбиратись, тому що наша редакція зібрала три такі ключові або схеми, або це легенди. Я не знаю. От давайте будемо зараз розбиратися, тому що фактично цим законом тепер громади зможуть змінювати цільове призначення сільгоспземель і продавати. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, це є легенда, це є міф, чи тут дійсно є відповідні ризики? По поводу того, чи зможе громада міняти цільове призначення, чи не зможе. Да, вона зможе це робити, вполне. В чому преимущество? Тому що до цього у нас могли міняти цільове призначення райдержадміністрація, вони повинні були погоджувати це з державним земельним кадастром. Проблема геокадастра в чому? Я тут повністю підтримую президента, тому що державний земельний кадастр у нас було таке полувоєнізоване здання з головним офісом на Севастопольській площаді в Києві. І туда нельзя было простому человеку фактически попасть. Это то здание, откуда распаевывалось все. То есть почему это было проблемно? Очень часто, допустим, у меня на округе в Черниговщине, вот это море истории, и это по всей Украине так, когда распаевывались сенокосы, когда распаевывались пасовыши, и людям просто физично не было там, куда вывести корову, где ей было де пасти худобу. Ну и это реально проблема. Вони приходять до державного земельного кадастру, кажуть, слухайте, а хто розпаював? Так що їдьте в Київ. І все. І на цьому все закінчиться. Я про інше, Олексію. Я про те, що якщо, наприклад, змінено сільгосппризначення, і ця земля продається, наприклад, іноземцеві, в такому разі створюється відповідний прецедент. Ну, ви розумієте, податки, які будуть платитися, наприклад, за землю, яка, там, я не знаю, під промисловість. Це на що розраховано? Наприклад, на вас там через вашу об'єднану територіальну громаду пролягає траса. І от у вас є земельні ділянки, які відносяться до вашої громади, вони знаходяться коло траси. Сьогодні поза населеним пунктом, так? Да, поза населеним пунктом. Сьогодні це ділянки сільгосппризначення. Так. Тепер ви, як об'єднана територіальна громада, маєте можливість перевести цю земельну ділянку під будь-що завгодно, якщо на це дадуть погодження люди, бо це ж в першу чергу люди будуть давати погодження. Зрозуміло. Олександр, ви вбачаєте? Добра історія. Ви в цьому вбачаєте ризики? Це добра історія? Чи це навпаки історія прецедента? Ми зараз слухаємо заготовки такі з Офісу Президента, для того, щоб оправдувати, чому це відбувається. Який-то геокадастр воєнізований. О чому ви взагалі говорите? Був запрет на продажу сільгоспземлі. Геокадастр, якщо і розпайовував пасовину, то він же розпайовував його с учетом того, что остается сельскохозяйственная эта земля. И кому она отдается, гражданину Украины, по Конституции. Поэтому это совершенно другие вещи. И никто из этих военизированных, как вы говорите, геокадастров не имел права что-то продавать. Военизированные здания. Теперь вернемся. Здание, это понятно.
стоит охранник, вы это имеете в виду? Нет, так нет, вот, там попробуйте туда зайти. Танк стоит или что, вертолеты летают? Нет, вы бы попробовали в 15-м или в 16-м году. Ну, я пробовал, я знаю, о чем я говорю. Вы какие-то слова говорите для людей, которые туда не заходили. Да. Так вот, что происходит вообще? 77% населения Украины по соцопросу группы рейтинга не хотят вообще рассматривать этот закон без референдума. Дальше, 64% из тех, кто готовы прийти на референдум, против вообще открытого рынка земли. Нам обещал президент, что это будет исключительно через референдум. Обман. Дальше, что насчет того, я скажу ключевую поправку, которая меня беспокоит из всего этого, что они тут напринимали. Ну, вы понимаете, что вот вы владелец земельного пая. Сдали его в аренду еще при прошлой власти или при этой власти, неважно. Вот вы там 10 лет или 5 лет назад сдали его в аренду на 49 лет. Эмпитезис, так на 30 лет. Да. Какая разница? Зрозумел. Они приняли в законе, что вы как владелец без арендатора продать землю не можете. Это правда. Вот смотрите, история. Вы владеете квартирой, как они любят это переводить на квартиры. Вы владеете квартирой или офисом каким-то. Его кто-то арендует. Вы спокойно его продаете, и новый покупатель сохраняется с арендатором договор аренды. Но вы уже продали. Беспорочно. Вы уже имеете право. Они ограничили сейчас человека, который имеет пай, этим заниматься. Теперь что касается дальше. Разрешили вы снимать черноземный шар земли. Ввели электронные аукционы, которые реально теперь отследить и проследить при наших возможностях кибератак, так называемых, или IT-технологий. Ну, вообще это, понимаете, о чем будет идти речь. Дальше. Если мы говорим о переводе земли, про которую сейчас было сказано, целевого назначения, которое отдается громадам, мы слышали, как сейчас президент сказал о том, что какой-то чиновник это продавал. А сейчас кто будет продавать? В этом же, раньше этот чиновник сидел в администрации, теперь он сидит в ОТГ. Роман, и это тот же чиновник, только в виконкомі, в виконавчому комітеті об'єднаної громади. Да. То есть, по сути дела, тот же чиновник, только что. Теперь они размыли, сделали это теперь коллективной ответственностью, когда никто ни за что не отвечает. Собралось три фракции, например, группа, фракция «Зеленых», там «Европейская солидарность», условно, там еще какая-то «Голос». Определили, давайте сейчас вот у нас эти сельхозземли есть, вот ОТГ, мы сейчас их продадим, переведем их в целевое, продадим кому? Застройщику. То есть получается, что сейчас будет происходить? Застройщик будет приходить, давать какую-то определенную им Колыму, и они будут действовать там, как захотят. То есть нет никакого государственного контроля. Зрозуміло. Вообще нет понятия севозмін и так далее. То есть отпущено все. Зрозуміла позиція, пане Олексію. Да, відреагуйте, будь ласка, на цю історію. Ще один факт. Іноземні банки, які дають кредити, забирають цю землю потім у тих, які не виплатили кредити, віддають іноземцям. От я тобі лазейка слідуюча. От з приводу банків. Конфіскація землі, а потім через два роки продаж. Тут вопрос того, що ми говоримо либо емоціонально, либо по фактам. По поводу банків. Откройте текст закону, посмотрите, що там написано. К большому сожалению, в наші банки. У нас есть банки с иностранным капиталом, есть банки с нашим капиталом. Мы никуда от этого не денемся, потому что и в Российской Федерации, и в любой другой стране, как и в Венесуэле, есть банки с иностранным капиталом. Если вы закладываете условно это в какой-то иностранный банк, свой земельный участок, и потом его вы не выкупаете, или говорите, мне он не нужен, банк его забирает, он в течение 2 лет, не позже, обязан этот земельный участок продать. Але через 2 роки вже тоді юрособам буде дозволено скуповувати... Юридическим особам разрешено покупати землю з 24-го года. Но не в этом вопрос. Как не в этом вопрос? Юридические лица не могут быть, если в них учредитель иностранец. Специальная схема, она для этого и придумана. Теперь объясните, почему вы забрали право? Я вас не перебивал, я мог перебивать, начиная от сивозмины. Потому что сивозмины у нас фактически сегодня нету. И вы сами это прекрасно понимаете. Почему нет? Это же не делаешь. Мы забрали сельхозинспекцию. У нас сельхозинспекция закончила ходить по полям еще в 2012 году. Нет, а в 2015 году райадминистрация вообще... Это уже после 2014 года произошло. А вы продолжатели всего 2015 года. У нас в принципе сельхозинспекции уже по полям нету. И люди это четко понимают. Она и до этого не работала, потому что все, что вам они виднее, делали, вы это брали взятки. Нет, я видел, что происходит на полях. Когда сеется подсолнечник просто, за подсолнечником, когда сеется такого. Рапс за рапсом, никогда когда у нас есть такого. Абсолютно никакого когда контроля. Когда работала сельхозинспекция, нет, никогда у нас такого не этого было. Не было. Это была, вы кстати, понимаете, одна что из... это штрафовали за это?
Вы понимаете, за что что не происходило. За то, что вы не сеяли одно и то же. Я не знаю, как это происходило. Не я видел результат, который был на полях. Какой вы видели когда результат? Сеялся абсолютно одно и то же. Мы впервые, сеялся как сельскохозяйственное государство, терпим убытки по сельхозпродукции. Мы впервые пошли в минус. С приводу банків аграрному сектору, читайте статистику. Тепер, що стосується аукціонів, пане Олексію. Пан Олександр каже про те, що будуть відповідні ризики на цих самих аукціонах. Електронні аукціони – це другий закон, так, в цьому пакеті? З приводу цього. Ну, по поводу электронных аукционов, это, наоборот, честная, прозрачная процедура. Почему у нас сейчас есть ряд договоров аренды, которые подписаны под 4%, под 5% от нормативно-денежной оценки, которые никогда не индексировались? Если мы помним, у нас очень многие там агрокомпании, которые брали по 500 гектар земли, да, когда оно еще выделялось на фермерское господарство, брали своих агрономов штатных, которые были у них трудоустроены, на них оформляли абсолютно эту землю, обрабатывали. Фактически, ну вот я могу дискутировать по поводу закона про рынок земли. Я могу дискутировать по поводу сроков, когда нужно его открывать. Я тут готов, но я не понимаю, как чиновнику из державного, какой бы ни был, военизированный, не военизированный, хоть самый открытый орган в природе, державный земельный кадастр и его глава не несет ответственности фактически ни за что. Это чиновник, он спихивает все на область, вести? А сейчас будут нести кто? Депутаты. Какие и депутаты? Не дай бог, депутаты, которые вы за будут что несете ОТГ, ответственность? Объединенных территориальных громад. Вы принимаете громад. Законы, которые противоречат Конституции, ни за бы, что не несете никакой если ответственности? Если бы. Вы те же нам законы, показываете 58-ю статью Конституции, в которой законы, депутат не отвечает за голосование. Вы мне дадите сказать? Вы же говорите, что если вы за что-то отвечаете. Вы мне дадите сказать? Депутат, даю, который находится в селе, который находится в громаде, он немножко отличается от депутата Верховной чем? Рады. Как правило, это люди, которые врачи, учителя, возможно, предприниматели. Я не беру те громады, которые то возле Киева. Просто, какой-то там, не знаю, какие-то села, которые около Киева. Давайте возьмем регионы. Там люди, которые на местах, они не смогут просто подумать, а давайте мы здесь продадим вот этот кусок земли, потому что завтра к ним придет народ, к ним придет село, их вынесут просто. Плюс сегодня закон, который мы подали, это закон про местный референдум. Он дает возможность людям отзывать головы объединенных территориальных громад, народных депутатов. Императивный мандат. Который, что? Императивный мандат. Ну, фактически, да, если люди будут 10% людей, которые проживают на территории объединенных территориальных громад, они я могут отзывать. Понимаю, логика говорите. В чем? В том, что если глава объединенной... Референдумы к головам ОТГ никакого отношения если... не имеют. Имеет. Если, почитайте закон, если глава объединенной территориальной громады, допустим, продает какой-то участок земли, который важен для народа, важен вроде для... по очереди. Ну, я могу, да, закончить? Да. Который важен для народа, который важен, допустим, это пасовище, или, допустим, это какая-то делянка, которая там важна для стратегических целей, для народа. Если он его продает, все, люди инициируют и отзывают его. Никто зрозуміло, не даст да, это в селе. Далеко заходимо. Да. Без цієї ініціативи. Давайте з приводу цих аукціонів, щоб завершити вже цей блок, пане Олександре. Чи зможе одна людина сконцентрувати через підставних осіб собі багато землі? Да ви все це увидите, звісно, буде. Річ йде о чому. От вони зупинили роботу Конституційного суду тільки для того, щоб цей закон не був розглянутим в Конституційному суді. Тому що він протирічить Конституції України. Они думают, что они не будут нести ответственность. Они думают, что всегда будет продолжаться безответственная работа депутатского корпуса и людей, которые подписывают эти законы. Главы Верховного Совета, президента Украины. Ведь вы поймите, что остановка работы Конституционного суда была запланирована именно для того, чтобы не рассматривался закон о языке, закон о банковской деятельности и закон о земле. Три закона, которые противоречат десяткам статей Конституции. За это нужно будет нести ответственность в будущем. Естественно, при смене власти, при смене этого монобольшинства, будут происходить по этому вопросу целый ряд расследований. Точно так же, как и по решениям СНБО, без суда и следствия. И многие другие вещи, которые мы сейчас называем узурпацией власти. Это уже, до речи, было анонсовано с приводу, как пан Лещенко это сказал, профильный министр, про то, что... Ну, от, власне, ті 5 мільйонів або ж 2 півострови Крим, які були вкрадені незрозуміло ким, незрозуміло в який час, незрозуміло коли, було 10 мільйонів гектарів землі, потім чомусь з'явилося 5, потім там частину віддали, там, здається, 4 мільйони гектарів громади. 750 тисяч гектарів зараз фактично залишилися в державній власності. Де 5 мільйонів? Ну, там кивають один на одного, і ніхто не розуміє, ніхто нічого не знає, так? Скажіть, будь ласка, з приводу цього, РНБО тут буде тим самим механізмом,
який ми вже бачили щоп'ятниці, як серіал, смотрите, коли буде запущено? Я не можу дати вам відповідь на цей питання, тому що я не знаю. Як не знаєте, мій політичний опонент, буде це чи не буде. Считаю ли я, що потрібно розбиратися по поводу того, хто вивів землі із государственної собственності? Считаю, важно. Считаю ли я важно для того, чтобы земли, которые находятся на те, которые сегодня переданы объединенным территориальным громадам, остались там, и их также никто не разбазарил? Считаю. Считаю ли я, что земли, которые были важные, которые вдоль там прибрежной зоны, которые вдоль трасс, которые, допустим, там, где обязательно, это там, где люди-то пасли коров, потому что это проблема в очень многих селах, тем более вот эти области Черниговская, Полтавская, Черкасская, Киевская, да. Там, где хорошая земля, там вот сюда, к Белой Церкви, там есть проблема в том, что реально распаёвано все, да, оно распаёвывается под ОСГ, но под ОСГ по 2 гектара, но под ней их же можно продавать, у нас же мораторий не распространяется на 2 гектара. Поэтому это большая проблема. Большая проблема плане, у нас, что, Алексей, в том... Если вот эти земли, которые действительно, там, где люди раньше выпасали коров... Ну, пасли коров, выпасали, да. Сейчас негде пасти, и нужно понятно. Будет, у нас важно будет нету, для того, благодаря чтобы... вашей политике. Ну, а нет, посмотрите, почему? Я вам потому расскажу, что, опять же, в чем проблема, места, Алексей. Где их пасти. Проблема это в том, что важно. 254 человека. Включая вас, да. Считают, вот как говорите, я считаю. Считаете, что вы имеете право принимать решение по тому, что называется для нас, для украинцев, по Конституции, неотъемлемой нашей частью украинского народа. Вы считаете, что вы имеете право распоряжаться, принимать решение всупереч 77% людей, которые говорят, не надо этого делать, не трогайте землю. Отойдите в сторону. Если вы говорите, что нужно открыть рынок, то мы же вам объясняем, как это должно быть. В то время, когда у нас самая дешевая сейчас оценка земли в Европе, в то время, когда у нас самый лучший чернозем в мире, вы его оцениваете сейчас в $1000 приблизительно, выставляете на продажу. Кто будет их покупать? Кредиты очень дорогие, поэтому придут, безусловно, иностранные деньги сюда. По каким схемам? Вы все это знаете, как оно будет выкупаться. Дальше смотрите, что происходит. Происходит проблема еще большая в чем у нас? Что украинцы никаким образом не получили по своему конституционному праву ту часть распаеванной земли, которая у вас осталась государственной. Вы должны были сначала сделать реестр, определиться, куда ушли 5 миллионов, вернуть их. После этого распаевать, как всем людям должно было произойти. Дальше, если украинцы хотят продать свой пай, государство должно создать земельный фонд. Выкупить эту землю и дальше по закону и по своим, по программе ее использовать. Пока не выйдет наша земля на рынок. Вот смотрите, Европа, вы же прекрасно знаете, сколько цена. От 5000 евро до 63 тысяч евро цена. То есть в Голландии 63 тысячи, в Германии 32 тысячи. Как же вы можете сегодня открывать рынок при такой цене? В то время, когда вот приезжает наш руководитель страны в Катар или в Эмираты, или еще в какую-то арабскую страну и говорит, приезжайте к нам, мы открываем рынок земли. Скажите, ну через 2 года вы сможете у нас тут покупать. Ну, вы поймите, вы делаете сейчас серьезную беду для всей Украины. Но происходит ситуация простая. Приезжает президент в Верховный Совет весной, когда открывалось этот закон, начинали в первом чтении принимать. И что он говорит? Нам это обязательно нужно принять, потому что мы должны получить деньги от МВФ. Это же стенограмма, вы же можете открыть. Он же не говорит никакие другие вещи. Давайте ремарку позитивные. Причем, да? Он говорит только одно. Нам надо получить деньги, которые, кстати, не получили. Да, если можно, смотрите. Цена на землю, она в Европе разная. Она действительно одна из самых дорогих, допустим, в той же Швейцарии. Это почти 80 тысяч долларов за 1 гектар. И там, где земля используется под сельскохозяйственные нужды, это Румыния, это Венгрия, это Болгария. Это там, где земля чуть-чуть похожая на нашу. Там, где, кстати, тоже чернозем. Она стоит 2,5-3,5 тысячи за гектар. Есть 2, есть меньше. И абсолютно лояльный рынок земли без любой концентрации. Концентрация ограничений есть в Польше. Но какой почему, лояльный? Там, почему... если ты 10 лет не обрабатываешь, не, в Польше. Не, это ну, в Польше. Подожди. В Румынии, в Болгарии, которые сельскохозяйственные страны, такого нет. В Польше согласен. Точно так же во Франции. Во Франции вообще есть агентство, знаете, которое говорить, занимается государственной сейчас, землей. Вот вы, я вы, можно вы, закончу быстро? До нас, так, есть... Почему земля дорогая в Европе? Очень часто она не используется, она же в основном она вся в аренде. У них большая часть земли, та, которая есть, она сдана в аренду. Очень многие богатые европейцы, их фонды, они выкупают землю. Якою буде ціна в Україні після 1 липня?
Я думаю, она начнется. Я хочу сейчас сказать, что там, чтобы люди не продавали свою землю ни в коем случае. Только в самом последнем случае, чтобы вот никто не продавал. Я считаю, что начнется с 1500. И думаю, что со временем это где-то цена будет. Я думаю, как в Румынии. Это где-то будет 2,5-2 тисячі. Олександре, 2 мільярди доларів і 1,5% ВВП, про які сказав Мілованов, буквально вчора, здається, принесе, зокрема, ось рішення президента передати землю громадам. Це реальний сценарій чи популізм? Когда они начинали этот голосование по весной, если вы помните, они говорили нам 7 миллиардов. Цифри різні були. Потом говорили 10 миллиардов. Теперь Милованов проснулся, говорит 2 миллиарда. Я не знаю вообще, откуда они вынимают такие цифры и каким образом они это считают. Мне это непонятно. Я могу другое сказать, что у нас ожидалось 10 миллиардов прихода за всю нашу землю, которую они хотят продать. Но у нас только по экспертным оценкам 10 миллиардов евро воруется на скрутках и на таможне. Поэтому, если мы хотим 4. Пополнения здесь иметь какие-то, то нужно было президенту Зеленскому заниматься борьбой с коррупцией. И у нас были бы сейчас золотые горы. А что у нас в это время происходит? Мы воюем со всеми странами вокруг. У нас нет транзита, у нас нет ничего для того, чтобы развивать это государство. Последнее событие с Беларуси – это еще десятки миллионов. Я вам хочу сказать, как бывший руководитель рыбной отрасли, что рыба на 70% в Украину поступает. С Норвегии идет корабль в Клайпеду, а дальше мехсекциями идет через Белоруссию к нам. Теперь они перекроют, и мы вообще не понимаем, как будет заходить сюда рыба. Это надо будет идти через Черное море, через... То есть, ну, идет просто глупый подход к тому, что у нас идеология побеждает цілий ряд. Ну, ви в цілому це узагальнюєте щодо інших да. різних аспектів. Скажіть, будь ласка. Ембарго. Да, пане Олексію, до вас таке запитання. Про що пан Олександр сказав абсолютно влучно. Ви, можливо, виправите цю тезу, коли мова йде про те, що там верхній шар ґрунту, чорнозему можна буде знімати, пріоритетне право на це надається людям, да. які там займаються корисними копалинами, так розумію. Якщо можна, і да. це можна просто дуже вивести, коротко. Не вивести, да. продати, не продати. Це міф, це фейк. Да. Так, я ще один момент, я говорил, 72% вот... всієї території України це сільхозземлі. 72% сільхозземлі. Mm-hmm. Під ними надра, під ними все. Це ніякої оцінки немає. Вот это просто землю продают, и вы как владелец теперь будете определяться с теми, кто получит лицензию. Нормативно право. Давайте не давать работать им на своей земле. Смотрите. Зараз, Олексію, ви відповісте на це запитання. Я дуже перепрошую, тому що мені режисер підказує, що нам потрібно вже йти на рекламу. Ми зараз йдемо на рекламу дуже швидко, потім повертаємось, і ви починаєте свою репліку з відповіді на моє запитання. Це телеканал НТН, ми невдовзі повернемось. Отже, друзі, телеканал НТН, програма «Акцент», мене звати Юрій Бібік, всім ще раз добрий вечір. Ми говоримо про землю, це ті, можливо, глядачі, які щойно долучилися до екранів своїх телевізорів. І продовжимо ми ось з чого. У нас залишаються фактично фінальні репліки, час мінімальний, але ми вам обіцяли слово, пане Олексію. Давайте, щоб узагальнити вже відповідь на моє запитання, і одразу тоді, щоб до пана Олександра. Плюси і мінуси, і чого очікувати українці з першого. По поводу чорнозьому. Смотрите, коротко. Якщо би... Мы понимаем, что сейчас одной из самых высокопродуктивных культур, которая будет, и она остается, это кукуруза. Урожайности с каждым годом увеличиваются, ее можно максимально собрать вала с одного гектара, плюс к этому ко всему прекрасному, из нее много чего можно сделать, много кормов, неважно. Если бы кукуруза хотела попасть в рай, она попала бы в Аргентину. Аргентина, два урожая, огромное количество осадков, средняя урожайность 10-12 тонн с гектара, два раза в год. У нас раз, и урожайность меньше. Почему сейчас Латинская Америка не выигрывает? Просто потому что у них плохая логистика, и они не научились дешево со своих джунглей вывозить еще продукцию. Как только они научатся, сразу цена на все пойдет вниз, и мы где-то будем неконкурентны. По поводу того, что украинцам с 1 липня? Продавать, не продавать? Ни в коем случае не продавать. Никогда не продавать, но возможность того, чтобы вывезти наш чернозем, никто вывозить его не будет. Объективно. Во-первых, он никому не нужен в таком насыпном виде. Во-вторых, реально сейчас ничего не составляет труда пойти взять этот чернозем и вывезти его куда-то. Ну, глобально. Вот если мы сейчас, допустим, с коллегой возьмем в аренду какое-то поле и начнем оттуда вывозить чернозем, нам никто ничего не скажет. Поэтому это какая-то абсурда, как не было, этого не будет. Пан Александр, вам реплику, будь ласка. За этим смотрят специальные службы, и в том числе прокуратура. Вы снова, Александр. Никто отсюда никогда не вывозил землю.
Висновок такой, значить, всупереч желанию українського народу, всупереч Конституції, прийняті рішення, які зараз роблять нашу країну достатньо залежною не тільки по сільгосппродукції, вона буде достатньо серйозно мати проблеми з усіма іншими питаннями, зв'язаними з продовольственною програмою в Україні. І звертайте увагу, продовольство росте. У нас мы сейчас, при том, что мы имеем сегодня, у нас импортируется картофель, лук, чеснок, все импортное. Помидор – это редкий случай, там херсонский, это все. Теплицы да. сегодня не работают, потому что газ дорожащий и все остальное. Поэтому я скажу вам одно. Страна идет в тартарары, потому что непрофессиональные, зависимые люди сейчас руководят страной. На жаль, без оптимизма. Дякую дуже за визит сегодня до студии. Мне сподобалось эмоционально, но дуже продуктивная, конструктивная розмова. Олександр Качний, народный депутат оппозиційної платформи «За життя». Дякую дуже. Дякую. Олексій Остенко, нардеп, «Слуга народу». Дякую вам, пане Олексію. Побачимось вже завтра, друзі. О цій же порі телеканал НТН. Всім добре вечора.